Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 27 февраля. Сегодня я решила посеять свою петунию. И показываю вам все способы. Кому который понравится, тот так и будет сеять. Сначала я показала самый-самый простой посев сухими семенами на землю. Потом посев тоже сухими семенами на снег. Его выбирают те, кто хочет создать равномерность, такую редкую посадочку. И вот самый интересный способ, сейчас я уберу картинки, конечно, это посев замоченными семенами петунии. Я уже говорила, что некоторые даже не представляют, что эти крошечные семена петунии можно еще и замочить перед посевом, так же, как мы замачиваем перец или помидоры, для лучшей всхожести. Сейчас я расскажу и покажу, как я замачиваю семена, как сею замоченными семенами, но перед этим хочу сказать пару слов для тех, кто, возможно, первые две предыдущих ленты не смотрел, два сюжета, а именно о подготовке к посевам. Почву для петунии обязательно протравливать лучше всего, потому что это очень восприимчивые маленькие вот растения будут, сеянцы. Тут можно использовать любые фунгициды, некоторые пропаривают в микроволновке. Лучше всего, чтобы грунт был почти стерилен, потому что тут она будет недолгое, непродолжительное время жить, эта петуния. И главное, чтобы не было там вот этой патогенной микрофлоры. Все. Потом увлажненный грунт я укладываю вот в такие лоточки. И самое главное, чтобы они чем-то закрывались. Или крышечки с ними, чтобы были, или потом стеклышком, или по этим, ну, целлофановым мешочком закрыть, потому что обязательное условие при посеве петунии это создание парникового эффекта, чтобы там вот был конденсат, все вспотело. Но одновременно с парниковым эффектом мы должны делать им ежедневное проветривание вот этим всходом. Вот так вот взять, проветрить или просто открыть, так сделать. И еще одно условие, без которого петуния у вас не взойдет. Это посев должен быть сразу на свету. Не тогда, когда появятся, а прям насыпали семена и сразу ставите под подсветку. Если поздно сеете в марте, то можно просто на окно, а вот в такое время, январь, февраль, нужно обязательно ставить под лампу. Тогда всходы будут дружные, тогда всходы будут равномерные. Но вот мы дошли до того, как все-таки замачивать. Вот землю я приготовила, наметила здесь рядочки. Вот у меня будет 4 рядка, на которых будет петуния. Я взяла фунгицид, так как я им в последнее время чаще всего пользуюсь, и буду замачивать семена в фунгициде. Этим самым я их сразу и протравлю, обеззаражу, и они как быстрее должны взойти. Вот из пачки я прям насыпаю туда, в эту жидкость, семена. Но сыплю тоже, стараюсь немного, мало-мало, чтобы они были, всходы, не загущенные. Когда всходы загущенные, смотреть на них, конечно, красиво, но потом пикировать их проблема, и они большие угнетают маленьких. Все вот в этой стопочке, в растворе. Так как я буду потом сеять шприцем вот 5-миллиметровым, миллилитровым, я там 5 миллилитров, как вот набрала раствора 5 миллилитров, туда сбросила. Они могут постоять 10-20 минут в стопочке. Можно сразу набрать в шприц. Я вот сейчас наберу шприц. Но это, конечно, семена такие крохотульки. С ними работать сложно и тяжело. Нужно смотреть, чтобы они все вместе с жидкостью у нас вошли в этот шприц. Вот видите, у нас какая красота получается. Вот они, семена, которые замачиваются. Сейчас этот шприц у меня полежит. Я вот прям закрою иголочку и положу. 10-20 минут, как обычно, ну полчаса можно. И потом вот эти замоченные семена я покажу вам, как я буду сеять вот в этот лоточек. Тоже ничего сложного нет, но это самый эффективный метод, способ посева. После такого посева, после замачивания в фунгициде, получаются очень здоровые всходы. Меньше болеют, очень дружные, потому что они уже замочились. Вы же понимаете, что посев поверхностный, заглублять нам его нельзя, они будут лежать на поверхности земли, и если они будут лежать уже мокрые и влажные, ясно, что у них больше шансов взойти. Все, сейчас делаем перерыв. Ну вот, прошло у нас примерно минут 15-20, я не засекала, там занималась своими делами.
семена в растворе теперь уже, наверное, как считаются замоченными. И вот мне теперь нужно постараться их взболтать и равномерно разделить вот на эти 4 дорожки. Иголку я, конечно, сниму, потому что через иголку они у меня не поступят. И буду понемногу их... Прям что-то как инъекцию. Волнительно. Не знаю, насколько я равномерно смогла их распределить. Их почти не видно, они же невидимые, очень маленькие. Ну, взойдут, видно будет. Мне главное, чтобы показать вам, насколько лучше зайдут замоченные семена. Потому что в прошлом году у меня это был самый лучший посев, самый хороший результат. А в остальном все так же. Закрываем, выставляем на свет. Каждое утро буду открывать, проветривать. Если будет вот эта поверхность, забыла сказать, если будет вот эта поверхность чуть-чуть подсыхать, то нужно сбрызгивать. Поливать их не нужно до самой пикировки. Вот здесь, если будет подсыхать, я буду сбрызгивать вот из брызгалки. Все. На этом последний вид посева закончился. По-моему, неравномерно. Вот здесь вообще не видно, а здесь видно. Они после замачивания стали такие немножко светлее цветом, и их я уже вижу. Ну, как зайдет, так зайдет. Это самодельный посев наш для себя. Подойдет любой. Все, до свидания. Посев петунии закончился. Потом еще покажу завтра. Посев петунии на пеленку. И все.